Всем привет, дорогие друзья, с вами Сарикс, и сегодня я покажу, как стать дальтоником на 5 минут. Итак, поехали! А для этого лайфхака нам понадобится телефон, на котором будет включен фонарик, и устройство для замерения времени. И повторяйте этот эксперимент на себе, так как это может сказаться на вашем зрении. Врубаем телефон ровно на 1 минуту и поставляем к закрытому веку. В это время я включаю пока секундомер на iPad. Итак, ребята, прошла уже 1 минута, все, я останавливаю таймер и... Офигеть! Офигеть! Просто синее! Я различаю, но просто как будто все синее наложили какую-то цветокоррекцию в программе для монтирования видео. Просто все синее! Я тебе отвечаю, чел! Это реально работает! Ребята, лайфхак работает просто на все 100%, мне он очень понравился. Ну а на это видео подошло к концу, я надеюсь, оно вам понравилось. И вы лепите ролику лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Ну а с вами был Сарикс, всем пока-пока!